чтобы он не свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернул же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Пенсия, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертвый давно. А генерал долга Таченко сейчас уйдет. Скоро. Верхнюю тундру, мать ее. В места, богатые дичью. Такая вот справедливость. Здравствуй. Как говорится, найдешь артефакты, заглядывай, посмотрим. Да чё ты тут? Нечего тебе тут делать. Здравствуй.
Павло! Покедова! Ну, типа, привет. Здравствуй. Удачи тебе. А. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Замер пошел! Эй, ты куда делся? Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Да твою ж мать, ты где? Ты не расслабляйся. Сканирование электромагнитного поля закончено. Все, мужики, отбой! Не расходиться, ждем! Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Похоже, еще не все. Всем спасибо, всем спасибо. Эй, ты куда делся?
Акустические данные по всем диапазонам получены. Ну что, подождем еще до гарантии. Не расходиться, ждем. Тихо, еще немного подождем. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Сканирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Ну, привет. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Парни, все делаем в темпе. Дальше закончим, тем целее будем. Замер пошел. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Эй, я не здесь! Выручай! С дороги! Кончай, гада! Марши! Вот так! Зашипел! Выноси, сволочи! На, хватай! Мать вашу! Кушай, лошадина! Зашипай! Поле сканируется.
Сканирование электромагнитного поля закончено. Эй, ты куда делся? Эй, ты куда делся? Держи от меня! На, жри! Эй, ты куда делся? На, получай! О, мать вашу! Выноси, сволочи! Получи, гад! Вот так! Ты, ублюдка! Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Yeah.
Акустические данные по всем диапазонам получены. Еще чуть-чуть! С измерением торсионного поля почти все! Сканирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Эй, кто-нибудь! Слушай, ну, я... Нет слов. А, под...
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Пока. Как-то одного из щенов в зону показать, что да как. Некоторые вещи его удивили. Хаю! Некоторые его смутили, а некоторые вещи у него украли. А колбасу и батоны нынче хреновые делать. Бай! Новичков нынче как собак неведанных. И все они лучше стариков знают. Плохо! Ты заглядывай, тут весело бывает. Анекдот. Замыкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там, что, все ли целость нет. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, завис, падла, кто такое, из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Вот опять молчит. Ну, рассердился стал. Сдавил так, чтоб прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечает, кто такой, быстро. А сверху такой теплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. Yeah.
Вот такое, знаешь кто? Что скажешь, брат? Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор... Ну рассказывай, я весь внимание. Ah!
слушаю тебя. Ну, привет. Привет. Здравствуй. Да-да, я слушаю. Блин, на кармане в натуре голяк. Хоть бы олень какой попался с хабаром. Или лучше.
Здравствуйте, здравствуйте. А, здравствуй. Удачи тебе! Ну, я... Чего тебе? Подходи. Здравствуй, сталкер.
здравствуй, попутного ветра. Ну, типа, привет. Так, ну, здоров... Огонь быстрее, что надо? Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывем. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Давай, давай, не задерживайся. Плохо! Покедова!
Пока. Здравствуй. А,